Чувашии появилась новая уникальная культурная площадка. В эти минуты идет первый спектакль камерного театра «Арслонга». Нашей съемочной группе удалось побывать на предпремьерном показе. На большую сцену Александр впервые вышел еще в студенческие годы. Не всегда удавалось быть на первых ролях, но неоспоримый талант и яркая внешность сыграли свою роль в судьбе актера. После 8 лет успешной работы в русском драмтеатре актер принял участие в кардинально новом для него проекте. Тут зритель сидит прямо вот фактически у нас под носом. Когда мы работаем, мы видим его глаза фактически. И тут это, конечно, с одной стороны плюс, с другой стороны, можно сказать, и минус в том плане, что вся фальшь, что ли, вся наигранность, она сразу видна. Бедный сапожник, творческая личность, человек множества профессий. Главный герой снимает площадь под столом. Комедия, граничащая с абсурдом, все же о главном. Видимо, она пропала. В конце концов, это уже не важно. Мадемуазель, вы ничего не забыли? Вы о чем? Вот. Непосредственная близость зрителя и узкая аудитория – неотъемлемые части камерного театра. Создать такую атмосферу было непросто, но результат превзошел все ожидания, делится художественный руководитель театра. Всегда хотелось своего. Хотелось построить площадку, которая отвечает моим требованиям, на которой можно спокойно репетировать, на которой можно спокойно делать то, что мне кажется нужным и интересным на сегодняшний момент. И когда такая возможность представилась, я с радостью за нее ухватился. Над созданием сцены театра трудились лучшие специалисты. А световое и звуковое оформление зала соответствует самым высоким требованиям, заверяют техники сцены. Цель – создание кардинально нового театра, который прежде не работал в республике. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, «Республика».